Ну я ну это отдел голосования. Отскок, Саша, отскок! Назад, не надо! Давай, делай. Ушел туда, к воротам! Саня, Ющенко, к воротам ушел! Травчанина! 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 Сюда ближе! Вот так, да! Подними повыше, Это ваши вещи, не? А можно передвинуть? Солнце засвечивает. Там. Средине гуляйте. Да, тут, блин, солнце прям засвечивает. Камера. Это оставлять, я не знаю. Там я вот сюда надо встать. Спасибо. Сери, повернись, он не добьет. Сери, остановись, он не добьет. Сэм! Какой сумки? Хорошо, Артём! Что вы прыгаете? Кирилл, напрямую! Серый, подай головой! Саша, Воробец, иди к воротам! К воротам иди! Тёма, сюда, в центр! Тёма, сюда, ко мне! Ко мне ближе, Тёма! Центр! Уже! Вот так вдвоём! Дави, стой! Подбор вот здесь, подбор! Ищи! Бежать! Обыгрывай! Да! Втроём там! Хорош, Ром! Сюда выжить! Сейчас, вниз! Вниз спокойно останови! Его! Пас! Все! А сейчас ты рука была, мяч ворота, Лиза, я лезу, да? Оля, ходи, ворота. Давай, садись, потом ты рука? Чанина, садись. Не, я просто говорю. Потом ты слева, ты справа. Все, слева. С ударом, Саня, с ударом! Да! Хорош! Вот я пускайся, помогай! Давай, Том! Взяли вверх! Один! Подбор! Хорош, под удар! Кирилл, под удар! Кирилл, кати под удар! Свобой! Ходи, отдыхай! Здесь возле двери! Назар, иди разыграй! Кирилл, с тобой, назад! Кирилл! Быстрее, быстрее! Да быстрее разыграй! Встречай, Ваня! Виталий, Пир! Виталий, бежать! Головой! Ты сейчас прямой! Ну!
тормози, Виталий! Зачем ты останавливаешься? Залазь по бровке! Вперед, вперед, бросай серый бровка! Да выскочи! Просто, просто! Давай, давай! Да как? Ну спину сдал! Крикнешь, он свистит, не крикнешь. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас полу в одну сторону. Ну, я вроде молчу, а... Пошел, погоняй! Хорош, верни! Котя, верни команду! Котя, отдай! Отдай! Кирилл, отдай мяч! Под удар, кто? Руки пожали, ребята. Ищи, ищи. Сзади, сзади, сзади. Блин! Дай! Борис! Жень, лучше, Жек! Давай, Гори, в центре есть. Я! Хорошо, Коль, хорошо. Коль, убивай! Давай, давай, Тосин, давай, догоним! Догоним! Давай, ставь кровочку. Это по мне сумки так встал просто. Зацепиться, Ростик! Сразу по игрокам. Хорош, Коля, хорош! Браво, Миша! Хорошо, Рось, хорошо!
бабы. Как раньше говорили. Хорошо. Давай, давай. Давай, жестко, давай. Жека! Дай его! Иди, Макс, иди, Борис, Макс! Колян, и так чуть подтолкнул. Виталий! Двойное. Блядь, парни, ну, блядь, два игрока, ты сум! Правая, вторая, хорош, Петь! Ищи! Не, я буду за дам снимать, идите гулять. Идите, попасть. Ну, надо смотреть. Дай! Смотри, жопу подними. Хорош, ему лучше красок напихать. Перед мячом, сразу. Наступи на меня. Мишаня, мешай. Брось стенку. Почему там двое? Ты же все будут откомментировать, не слышал твою камеру. Да. Блин. Хорош, стоп. Ну, сейчас ладно. Право, Коля, Коля, бросьте один стенку, заберите один. Все, все, вот так, стоим. Не прыгай. Заберите игрока. Хорошо, молодцы. Он еще разговаривает хоть. Какой счет, Руслан, скажите, пожалуйста. 1-0. 1-0, кто выиграл? Сазан. Давай, давай, Тоша, давай! Давай! Давай, давай! Смотри, какой выход! И вот так выпад! Ух, как он бросал! Ну, вратар был просто! Умница! Вадим, а Жорщик, ебать так же, что вы там нашли! Думаю, что там выиграет, но Новатор забьет. Должен. А ну давайте, Новатор, ждем от вас этой сенсации, да? Итак, капитан команды. Исполняет этот корнер. Давай, Бага, второй! Неплохой прием мяча. Груди скидал на партнера. Но... Итак, масло. Нет, нет, не дают ему пройти. Сами иди! Давай, давай! Интеллигент, блядь! Поджимай, поджимай! Жека, другой! Поджимай, Жека, Макс, потряс. Давай, 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 стой! Бей! Бей! Ай-яй-яй, хорош! Вадим! Хорош, давай. Хорош, тот, надо забивать! Сука! А на танке тут должен был стоять. Давай, давай, презентуем! Разберите игроков! Хорош, Виталя! Подоляк, цепляй! Сильно, блядь! Боёк, четверок! Два мяча! Аааа! Колямба! Аааа! Аааа!
партизан. Хорош, блин. Лучше в кроссовках играл. Я не тебе, я не тебе. Вон вода, вот там вот, там воду поставили. Давай, давай, продолжаем прессинговать. Давай, доставай, доставай. Спина. Спина. Левая нога. Хорош. Женя, ищи. Давай, пара. Ой, ёбаный. Это все кеды, блядь. Это все дырявые кеды, пацаны. До конца. Хорош, хорош, хорош. Хорошо. Вот там бар. Нога, да? Так иди поменяйся пока есть. Все, гол забей и поменяйся. Что, ты уже нашел? Тебе тебя уже размен принес. Ладно, ну давай. По 100? По 100, 2. Не, вот 100. Я тебе могу так дать. Давай 200. Два, пусть, да. Давай, это! Так, держи сразу. Да? Я встал. Чтобы я еще не запутался. Так, ищи! Да? Да, спасибо. Слушай, да, Макс! Давай, давай! Коля, встречай! Хорош! Засунь, блядь, помогай! Да не ори, блядь! Когда, блядь, 15 человек ору, блядь, ничего не понятно. Сзади, сзади! Классно, классно, блядь! Давай, давай, Женя, бери! Хорош! Давай, Миша, давай! Это, а там написано, когда сколько, да? Ну, это 600. А не, я имею в виду, там написано, сколько последний раз. Слушай, я Лёхе давал 700, он ушёл, 500, а потом ушёл. Женя! Жень! А дай хоть тосы пробьём. А не, бля, не надо, вы потому что как раз, если... Джус! Да. Хорошо. Сзади, сзади. А можно отойти чуть-чуть? Спасибо. Серый до конца! Играй, Тос! Наступи! Наступи! Два, еще к нему ставь, второй! К нему! Хорош! Лёха! Лёх! Это игровой! Хорош, подаля! Хорош! Да. Вот это он! Хорош, Женя, хорош! Без кола! Без кола, не дать ударить!
Парни, отращили. Хорош, Коля! Это наш. Марк, что ты, где ходишь еще? Вот это игровой, да? Да, еще один, тоже сидит. А то, что... А, не играют там не сидит. Он квадрат, К сожалению, оператор сегодня Петр Иванов не хотел бы исполнять эту функцию, но сегодня приходится ее исполнять. Так же комментатор Петр. Итак, начинаем. Чека, Чек! Ему напихали. Давайте, парни, давайте! Давайте, давайте! Центр! Сэма, ищи! Трудно будет как-то представлять. Сзади! Двигать камеру. Ладно, ты хоть чуть ниже. Давай, давай, пацаны! Сзади! Лево, лево! Дай! Не дыши все, не дыши. Давай, давай! Женя! Подыши! Еще через зад можно. Давай я подышу. Давай, сейчас подышу. Жоша, Жоша, Жоша. Вот ты, блядь, ноешь, что ты не играешь, то ты это. Добро. Покури, потом покуришь, потом покуришь. Котик на замочек, понял? Это выбивает. Вот через свет. Валера, держи, дай. Эй, Саня, Саня, право. Еще центр. Волков. Ребята, сейчас постараюсь вас представить командами. Вот, Чек, вот! Возьмите чуть лучше. Не-не-не, самое. Мяч, мяч! Давай! Ура! Так, спокойно. Вдвоем! Вдвоем играйте там! Нельзя! Артём, по нашим, Старячка Сергей. Валер, выше! Петрушка. Валер, игроку сразу. Не теряйте. Можно. Последи в него. Носов, Владимир. Давай, Вета, давай! Ой, хорошо! Давай, Владой! Открывается. Вот он. Стас, у нас дома вообще не дает. Борисин сегодня в своих оптимальных кондициях не готов противостоять. Итак, Мельченко Владислав, десяточка, Рико. Давай, Артём! По нашим, Артём! Чуть-чуть Александр шестой номер. И... Сам разворачивай! Манеска, седьмой номер. Вот такие ребята, мы вообще... Давай, давай! Пойди, Вета, пойди! Сзади, Ракан! Амбонов, Денис. Хватите тут! Росик, береги ногу! Макс! Вижу! Поехали! Шире, шире, шире! Коля, Коля, Коля! Коля, еще!
Хорош, давай! Ты! Глубокая позиция! А забивать надо такие, парень! Молодцы, молодцы! Отлично, контратака, отличный перехват мяча. Надо реализовывать. Выше! Брод, подсказывает. Итак, Кошин, он с мячом отходит. Лера, твой! И отдает хороший пас. Выйдите под него! Бить, да! Ура! 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 Счет это Макаров Евгений. Именно он выводит свою команду вперед уже на 5-й минуте. Макаров Евгений. Первая контратака, первый удар. Можешь уже выходить. Собрали! Борисин впереди. Собрались, пацаны, давайте играть. Есть. Сюда! Нет, постоял, посмотри. Центр страхуйте. Вот до конца Герман поборолся, но судья увидел там решение. Иди вперед. Левочкин и Ярошенко пошли в штрафную площадь. Ярошенко не самый дальний парень, но Виктор там. Вот он, 21 номер. Никосин бьет, чуть-чуть точно, буквально 7 метров выше. Так, все хорошо. Он с мячом идет один, отдает пас. Левочкин дает туда. Хороший момент! Он реализовывает Кочин, этот момент был. Хороший момент, и двое стоят. Неплохая атака пошла. Дави, на ног, дави! И втроем, что он бежит, и втроем! Миша, играй! Итак, друзья, какие у вас ставки на этот матч? Прогноз. Я прогнозы делать не берусь. Дальше мяч, Павлович, мяч дальше. Итак, он... Сэм, пойди чуть дальше. На 11 пойди. Ой, какая была просто отличная передача, отличная скидочка. Ну не поверил. Партнер. То, что пройдет, это скидочка такая. Не всех нас играл. Левочка. Вот, видите, Сим. Вот вынос мяча. Давай. Вот она, промеча, герой. Задний игрок, сразу не бросай. Наш мяч, наш мяч. Судья. Судья Анатолий Штукер. Валера, что вы говорите? Я в карьере играл. Один, Толя, так, Боря, выбивает никуда. Оба с игроками, Стас! Ой-ой-ой! Отлично! Хорош, хорош, парень! Первого касания не пытался поконять. Да, смотри, давай, вышли один. Хоп. Пробил уже не пьет. Так, наш мяч. Когда РЭС это пишется? Да. Да? Да. Вроде да. Погоди. Туда. Ребят, выше. Хорошо, обычно, когда
Витя, давай его. Хорош. Не можно, подашь пройдет. Ну, давай. Бежите, Ваня. Валер! Валер, бороться иди! Сереж, один на подборе оставь! Здорово, Артем! Сзади! Блядь, хорошо, Ники! Ниже! Справа, сзади! Добивание, ребят! Ребята, сзади, слева игрок! Друзья, это 1/4 кубка пуль. Казалось бы, с такого острого угла. Сзади, ребят, один! Неплохой. Сзади, подстрахуй.
У него ретро футболка, этой футболки. Ссылка столько футболки. Левый, кто сзади, Пятнёв, кто сзади? Были ребята, вот этих Манишка, Сухачёвки, вот уже. Манишка, как минимум, конечно, безусловно, где. 14 лет у нас только на футбольный турнир. Равицы. Зачем? Что ты делаешь, блядь? Ты что, ты тупой, блядь? Ударом! Ай-яй-яй! Ну вот, достается Лёшке, Лёшке надо полный удар! Очень опасно, Дима, очень опасно! Хорош, пацаны! Ты что творишь, блядь? Левая нога! Бля, у нас на табло уже матч приходит. Первый танк, поскольку он уже не решил. Вадим! Рузи, рузи, Вова! Вот на передний, иди! Хороший прием. Это, пойди! Хорош! Разворачивай! Сади! Хорош! Первый ног. Ну кто ему поможет? Куда? Идет борьба, и это легкая сдобная вратаря. Пока мисс Волки не показывает такой игры. Не создают особого момента. Такая равная игра, я бы даже сказал, на мой взгляд. Не закрой бар, слышь, нахуй не базаришь. Мне кажется, Борисе немножко даже... Есть, есть, открывайте. Большая пауза, хороший удар удается у снова номера. Хорош, набрать! Неплохо пробил. Туда, вперед. Давайте вдвох набирать, Коль! Пробки держи, пробки держи! Хорош, ну! В центре есть, в центре есть! Еще один удар, тоже неплохой удар, момент, вот полный момент, назовем это так. Качук Александр, вот, ой, бля. Ворота, брат, ворота! Центр, центр, ребят! Хорошо! Надо всем бежать! Друга, у нас уже немного времени осталось, до конца первого танка. Борис Фин, вы играете 1-0. Все чисто. Ну, все чисто. Да. Видите, у нас мало центров поля, есть такие забросы туда, забросы сюда. Да есть, самый вызывающий мост. Просто размазался, понял? Я тоже думаю, Лёвочка будет бить на поворот. Не буду молиться на это давать. Бля, сзади, сзади, сзади. Догоняйте его! Встречай, встречай, встречай! Ну, кто Пятнёв, Не пали!
А дает он все-таки передачу. Ай-яй-яй, и хочет. Это идеальный был пас, как бы, просто. Делали все, партнер для Костина, чтобы он замкнул эту передачу. Это забило! Это было Такие хорошие результаты команды. Первая Приберите игроки в Денис выходит на площадку Борисова, он сейчас будет водить мяч. Амбонин Денис. Это на ваших экранах. Гера, поменяйся. Три достаточно там. Три достаточно. Какие-то каши себе играют. Ой, хорошо. Не спеши, сыграй. Хорош, эй, Герман. Итак, Денис водит мяч. Далеко не доходит. 15 минут. Левочкин, чуть-чуть переходит. Сыграли. Лево. Спасибо. Приятного аппетита. Яблоко. Это правильно. Блин, не парень. Высокий. Играть! Не обосрали. Много моментов позволяет себе в новых и своих ворот создавать моментов. Кто сможет блоки придумать в этом поединке, чтобы спасти? Давай, Рио, о, 6 лево.
Сам, сам, сам! Смотри, я сам будет там! Иди, иди к нему, что мы бороться надо за верховые мячи? Давайте, с игроками разберитесь! Я кисит, все на него смотрят. После прострела. До этого обрезка Валеры, не забитый гол Саши, не забитый гол мой. Вот и все. Вот так что, на них орать не надо или что? Так мы не будем играть. Надо говорить, чтобы ребята слушать. Мы сейчас развернемся и уйдем, потому что вечно. Ты делал тренировку. Почему ты вышел потерянный? Я сколько раз объяснял? Если, допустим, правый защитник выходит вперед, левый с центральным становится уже, блядь. Что вы стали? Ты стычник стоит. Вот где? Ты сам подумай головой, какой смысл в том, что ты здесь стоишь. Вау, Коля, ты как понял? Три. Его даже не попал. 3-0? Сейчас бы 3-1. Да было, было там! Пол поля видела, было там! Ничего абсолютно там не было, ничего. Было, было! Взятное отношение. Стой, вот здесь хватит. Душат, душат созад. Я хотел кричать, что ты желтый не показываешь. Направый не дает, он сунет сюда. Когда здесь забито, направо... Слышь, пол последняя надежда, красный. Красную давай ему, красную. Четыре человека сядь как раз на свою! Макс, дайте пирамиду! Рома, опорник! Еще один, сюда! Блин! Потому что центр нужен, так. Нету центра сейчас. Сейчас туда мы возвращаемся, так чтобы он турнуткнул. Центр, ребята, центр, вы что снимаетесь? Справа. Ищи удар один, ищи. Ребята, справа один, ищи. Я за матроса включаю. Эй, стул, справа, да! Стул! Забили по нам? Нет. Высал. 3-1. 3-1. Там штрафной. Там штрафной? Да. Итак, друзья, на футбольный турнир «Кубок», 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 одна четвертая, футбольный клуб «Волк» и футбольный клуб «Борисе». Это второй тайм. Смотрим, друзья. 2-0 «Борисе» после первого тайма впереди. Кто вопрос? Выносим. Собирает жесткая беседа просто после перерыва. Выносим отсюда! Не рассчитывали на этом матче, чтобы он так складывался и посмотрим, что волки смогут предложить. Вот провального первого тайма. Просто! Дает его сюда, на левочке.
Лявочка может быть серьезным мячом, да, смотрите, как хорошо человек работает мячом, принял его и отдал туда, просто никого не было, вот так вот, отлично, хороший прием. Центр кто, потеряли центр? Долго он думает, нет, а было хорош. Получается, попадает виртуально, это не те, кто не говорил, а так Герман. Отдает сюда на дальний. Вон, Ромчик, стоит. Его уже встречают, отдает. А, не доходит, единиц перехватывает. И дальше снова гол с мячом. Цепа, Цепа хорошо как бы вставляет ножки, не дает пройти себя. Отмечаем, что очень надежно Максим играет сегодня в защите. В принципе, практически все выгрызает. Герман, туда, подачка и снова Цепа. И Стас, Стас. Русский, потому что я прошу, и этого не скрываю. Сколько? Ровно 25. Все, сейчас под угловой Стас такой будет бежать до конца, смотрите, Герман, и хорошая, и ударная позиция, да! И это гол! Да, Герман очень хорошо пробил. Исполнил, конечно, красавчик. Три человека, дайте его пнёте, вот он зону ёбаную. Вот она интрига, да, 20. Так он в окружении трех человек!